Арт-искусство – это смешение различных жанров, всевозможные эксперименты и вообще интерес к чему-то новому и неизведанному. Существует много направлений, которые с каждым годом набирают свою популярность. Так, специально для Центра «Вера» художница Анна Мезина провела необычный урок по рисованию. Но я буду заниматься не своей картиной, а моя основная задача будет подойти к каждому и попытаться обсудить и показать, как им достичь вот этого вот результата. Какой бы результат он ни получил, он должен найти плюсы и быть доволен этим результатом. Анна Мезина наглядно показала, что пусть и в возрасте, но все же начинающим художникам, как нужно наносить краску, как правильно использовать цвета, как сделать картину живой. Погрузившись в творческую атмосферу, каждый, внимательно слушая ее советы, выполнял непростую задачу. Фруктовый натюрморт рисовали даже те, кто имеет очень слабое зрение, с помощью системы Брайля. Здесь должны присутствовать точно цвета бежевый, коричневый. То, что стеклянное и прозрачное, дает, как правило, чаще синий цвет. При рисовании у них также происходит эмоциональная, значит, уравновешенность проявляется. То есть они увлекаются процессом и забывают о каких-то насущных проблемах, о каких-то вопросах, которые их тревожат. То есть здесь как раз-таки именно увлечь интересным направлением деятельности для нас и является главной в работе. На уроке по рисованию каждый мог почувствовать себя настоящим художником. Галина Соловьева на протяжении всей своей жизни интересовалась живописью. И каждый раз при виде красивой картины ей хотелось научиться рисовать так же, познавая все тонкости этого искусства. Вот акварель – это прозрачные краски, и очень трудно с ними справиться. Где-то надо нанести контур, подтереть их, что, а я... Сегодня без резинки, без лачек, без подтерок, все так рисовала и все раскрасила, и думаю, ну нормально, все размыла, все сделала по контрасту. А Лилия Иванова поставила себе цель с каждым разом улучшать свои способности к рисованию и считает, что навык и опыт она наработает, стоит только немного постараться. Я не ожидала, что будет так интересно. Я не предполагала, что я смогу нарисовать. Но все равно в какой-то степени я знала, что у меня получится. Заметив проявление особого интереса пожилых людей к занятиям по рисованию, Анна Мезина пообещала теперь ежедневно проводить обучающие уроки, назвав программу «По стопам Ван Гога». Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошлева, «Видное ТВ».